Приветствую вас, друзья, вы на канале SipDroid.ru, а это значит, что в ближайшее время вы проведете просто отлично, ведь я расскажу вам о топ-10 лучших играх для Android смартфонов за май 2020 года. Ставь лайк и подписывайся на канал. Ну а мы начинаем. Samsara Room. Вы играете за персонажа, запертого в небольшой, но очень странной комнате. Мало того, что комната наполнена, на первый взгляд, совершенно не связанными между собой предметами, такими как зеркало, картина, большие напольные часы и другие. Вам предстоит разгадать головоломки, пройти через измерения комнаты и пройти через несколько кубов, в которых вы будете изменяться и принимать вид различных животных. Слово «сансара» из религии индуизма значит «перерождение». Именно его вы и познаете. Реконтакт, Истанбул, Eyes of Sky. Первая кинематографическая игра на Android, где вы получите неповторимый интерактивный опыт кино. В этой игре вы примете участие в триллере, который снимается в реальном месте с реальными актерами. В игре вы станете свидетелем всестороннего расследования убийства или сможете стать актером, который снимается в главной роли. Самый загадочный город в мире, Стамбул, уже ждет вас и готов открыть перед вами свои тайны. Зелле. Мистическое приключение. Довольно необычная игра в жанре ужасов. Вам предстоит окунуться в мир Зелле, обитатели которого удивят вас своей эксцентричностью. Главный герой Эмеральд встретит тут мальчика, который любит танцевать, или доброго жнеца, который укажет верный путь. Но будьте осторожны, в мире также живет много страшных демонов, встреча с которыми может привести вас в ужас, от которого остынет кровь в жилах. Life Gallery. Необычная игра-головоломка, в которой вам необходимо выполнять различные взаимодействия с интересными и немного пугающими иллюстрациями. Каждая картинка является ключом к истории, которая раскрывает тайны необычной семьи, мальчиков-двойняшек с одним глазом и одной рукой и их родителей. Hitman Sniper 2 World of Assassins. Вы были выбраны, чтобы присоединиться к миру убийц. Войдите в скрытый мир убийств, где снайперы совершают убийства, заключая самые эксклюзивные контракты с корпорацией ICA. Используйте окружающую среду и свои собственные навыки, чтобы остаться незамеченным. Стреляйте в свои цели сотнями видов способов, от тихого до взрывного, и зарабатывайте награды за творческие убийства. Hyperspace Delivery Service. Это стратегия с элементами шутера в стиле ретро. Вам предстоит стать курьером космической службы доставки и привезти ценный груз на планету Меридиан 5. Вот только есть один маленький нюанс. Эта планета расположена на противоположной стороне галактики. Соберите сильный отряд, назовите свой корабль и отправляйтесь в опасные приключения. В игре необходимо следить за характеристиками команды, а также топливом, кислородом, едой, чтобы доставить груз в отведенный срок. Beat Blade Dash Dance. Любите музыку и не любите скучать? Смело запускайте эту игру и погрузитесь в торнадо нереальных эмоций. Эта игра способна занять вас и ваши пальцы на весь день. Геймплей очень прост. На начальных этапах и несложных музыкальных дорожках не потребует особых умений. Управляйте персонажем, передвигая его вправо и влево, чтобы увернуться от препятствий и разрубить очередной куб. Alliance at War – Dragon Empire. В Alliance at War вам открываются все возможности по мере прохождения. Вы можете построить свою собственную империю, изучить неизвестные миры и локации, стать участником самых масштабных и эпических битв за различные замки, троны и артефакты, а также изучить все мероприятия Альянса. Герой может набирать в отряд уникальных персонажей – ведьму, паладина, капитана и оракула. Каждый из них имеет свои ключевые особенности, которые помогут в бою. Mr. Pumpkin 2 – Walls of Kowloon. Это инди-приключение с элементами головоломки в вашем смартфоне. Вам снова предоставляется возможность сыграть пустоголовым героем. В этот раз он возвращается в прошлое, а именно в город-крепость Коулун. Исторически это плотно населенный город, в котором процветало насилие и безнаказанность. Вам предстоит прогуляться и изучить таинственный лабиринт из узких улочек, а также пообщаться с местными жителями. Вы узнаете судьбу многих людей и разгадаете множество головоломок. Rebel Cops.
На этот раз вам предстоит управлять полицейскими ренегатами, которые отказались преклониться преступной группировке. Мало надеясь на успех, вы будете бороться за справедливость и душу своего города. Ведите партизанскую войну с недостатком личного состава и оружия. Используйте секретность и укрытие, тихо подкрадитесь к врагу и уничтожьте его, прежде чем он сможет поднять тревогу. Друзья, надеюсь, вы круто провели время. Не забудьте заглянуть к нам в интернет-магазин sibdroid.ru и приобрести себе какой-нибудь классный гаджет или же смартфон. Тем более на него действует скидка по промокоду, который вы найдете в описании. Ну и помните, что необходимо подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для вас этот топ подготовил я, Игорь, и интернет-магазин sibdroid.ru. До скорого, друзья!